Готовьте тазики. С сегодняшнего дня из-за планового ремонта на котельной номер 1 часть домов в Зеленой Роще останется без горячей воды. До 9 августа ее отключать на улицах Тельмана, Терешковой, Устиновича, Жамбульской и части проспекта Металлургов. Кроме того, из-за споров Энергосбыта и Сибирской генерирующей компании горячей воды может лишиться весь город. Еще 25 июля энергетики сообщили, что 30 июля планируется отключить электрокотельные из-за долга в 800 миллионов рублей. Как сегодня заверили в сибирской генерирующей компании, они примут все предусмотренные законодательством меры для защиты интересов потребителей горячей воды.